Добрый день, дорогие подписчики моего канала. Сегодня вашему вниманию я хочу представить вот такой светильничек. Ну, захотелось что-то немножко новенького. То есть, вы видите, значит, из чего он состоит. Он состоит из 36 роз. Розы трехцветные. То есть, первый цвет шампань, бисквит и немножко такие грязно-розовый цвет. Но чтобы их как-то соединить воедино, они все имеют покраску цвета именно вот этих лепестков. Дальше я вырезала лепесточки, видите, да? Вот, и сделала два ряда одного размера и последний ряд немножко другого размера. Вот этот последний ряд как бы немножко закрывает основу светильника. И, в общем-то, видите, смотрится он, я считаю, нормально. Вот, значит, что еще, мои хорошие? Размер лепесточков я вырезала. Ну, небольшие, я вам дальше могу написать все, какой размер лепесточков. Вот, самое главное, мне кажется, он получился нормально. Вот, сейчас я вам включу и покажу, как он еще светится. Смотрите, как, сейчас день, светло, и он вот так светится. А ночью он светится прекрасно, девочки, я вам честно говорю. Вот смотрите, вот такой светильничек. Понравился мне он. Вот они, розочки, светятся хорошо, листики. Вот такой светильничек. Кого заинтересовал, пожалуйста, я вам все напишу. Покажу размер этого лепесточка. Нашла какой-то молдик хорошенький такой. Вот смотрите,